Крым де-факто, я тогда еще сказал, де-факто, это российский Крым. Тогда, по-моему, еще был, не был референдум, я не помню. После референдума и де-юре Крым стал российским. Мое посещение Крыма, на что я имею полнейшее право, под чьим бы оно там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым, это и мой Крым. Впервые на море я побывал в Крыму, когда у меня еще маленькие старшие детки были. Один был, Витя, у меня. Это и мой Крым, понимаете? Мне президент предложил, говорит, давай вот когда-нибудь отскочим. Махнем. Да, так было и сказано. Когда мы на катере с ним, на шхуне болтали в Черном море, как раз об этом речь зашел, я говорю, ну показал бы Крым, показал бы мне и прочее, нет вопросов. Только, я говорю, давай на самолете, а не на этой лодке, потому что, оказывается, это надо сутки туда топать на этой шхуне. Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВВС в Севастополе, военно-космических сил. Очень много. Я говорю, ну, когда пригласишь, тогда и полетим. Но я ему тогда предложил второе условие в Севастополе приземлиться и на самолете. Если президент уже туда приехал с президентом России, слушайте, какие еще могут быть признания? Не для меня, не для Путина. Это не секрет, и более того, это просто ну, какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет.